Бабло прям вот на колен зарабатывает. Прости, господи, меня. Татарский айран. Белорусским рецептом. Ты же сказал, не будешь крепко. Колись. Кого крепкого не буду? Колись, что это? Что это ты намутил? Это татарский айран с белорусским рецептом. Это? Татарский айран, но на белорусском. С белорусским рецептом. Знаешь, чем отличается татарский от белорусского? Мы водой у не татар чистые. Чистый, белорусы вода с водой разбавляют. Подешевле. Ты зачем в бензин ослинный моча добавлял? Это не я, Ваня, это ты делал. Ты забыл, что ли? Нет, нет, ты мне рецепт колись, рассказывай. За рецептом ссылку ко мне. Ссылка будет, рецепт давай прямо сейчас. Для этого просто необходимы натуральные белорусские продукты. Так, поехали. Кефир, жирность 3,8. Нормально. То есть в идеале кефир должен быть 3,2, 3,8. Ну, от 3,2 до 3,8. Смотри, так, дальше. Смотри, здесь только одни татары. Вода минералка, Минская 4. Ну, это все белорусское. Так. Нам надо базилик. Нам надо морская соль. Ну или любая другая соль, которая вам нравится. В каких пропорциях? Это все ко мне. Это все на ссылочке. А, вот теперь уже все. Теперь уже только за деньги. Нет, нет. Никакие деньги. Просто по ссылочке приходите. Значит так. Кто подпишется, тому будет рецепт. Так что по ссылочке внизу. Перетопываем. Давай, где твое время? Представься. Алексей Гребнев. Одну минуточку, внимание, всё. Послушайте меня, бородатый. В инстаграме. Леха, все эти люди будут у тебя. Спасибо. Одну минуточку, удивительно. Так, давай попробуем, что получилось. Мне надо понять вообще, вот оно съедобно или нет. Вот это, оно съедобно? Очень вкусно. Что сказал? Оно как бы игристое такое что-то. Я вот не могу понять, что это. Это секретный напиток? Вот и газировка есть. Я повторюсь. Только по приезду к тебе. Яйца рыжие бывают. Да господи, пусть постоял бы это кто-то. Поставьте, Петрович. Получается? Ты пробуешь? Короче, этот напиток, похоже, вызывает ажиотаж. Он должен стоять. Я сегодня этим разберусь. Я его попробовать уже не успею сегодня. Смотрите, остается все меньше и меньше. Я делаю с вечера, то есть, ну, у меня стоит, грубо там, ну, всю ночь. Ночь, да. В тепле? Нет, на веранде, в прохладном месте. Петрович, скажи, а потом, как оно? Главное, чтобы оно не холодное. Я выжду 15 минут. Да, тепло, то есть, там. Я выжду 15 минут, Петрович. Посмотрю на Петровича, Петрович. Если он не упадет, значит, Петрович. Я тоже начну пить. Как Петрович, как тебе? Петрович, как дно? Дай попробовать. Сорвет нас? Не, не сорвет. Не сорвет дно. Слабенький. Слабенький. Для слива дна. Водой разбавляют. Экономить. Татары чистое делают. Экономить. Белорусы водой разбавляют. А татары делают чисто на? Чисто на кефир или катыке. На катыке вообще охранительно получается. Катык, ага. Что такое катык? Катык это тоже разновидность кисломолочная. Кисломолочная. Это вот, кефир по кусочку. Вот да. Это особенность такая. Короче. Причем продают только. А в этом в Уфе тоже есть, да? Как кислое молоко, что ли? Да? Ну, кефир это тоже кислое молоко. Кефир, как камень, смотри, ну да, самый главный вопрос. Тебе понравилось? Да, нормально. Хорошо. Теперь напишите ваш рецепт напитка, который вы употребляете. Смотри, после бани. Бабло прям вот на колен зарабатывает. Прости, господи, меня.